Все? Да здрасте вам всем. Друзья, привет! В общем, сначала, наверное, прежде чем здороваться, я объясню, что мы такие смурные. Мы хотим выразить свой гнев. Фи. И имеем полное право на это. Коллекция новая, за которую у меня душа летела. Муж говорил, не надо все скупать, Таня, нам не надо. Новая коллекция, безумно красивая, которая у нас называется Льювары. Вот прям вот взять хочу что-нибудь показать. Смотрите, вот только подушки, они что стоят. Это Ришелье, это шикарно. Смотрите, прям восток-восток. В общем, в Нижний Новгород пришло примерно 50%, может быть, чуть побольше. Не пришел обалденный столик, будет он не раньше Димапреля. Я хочу сразу небольшую поправочку внести. Мы не хотим охамить IKEA Нижний Новгород. Мы не хотим охамить непосредственно выше, ребят, кто это все распространяет, эти коллекции. Представьте, вот сейчас люди будут приходить, хотят купить, они начинают кого трясти, продавцов. Все, я сейчас к девчонкам подхожу, они: вы по поводу Льювара? Я говорю, да. Сейчас покажем. Ну, с поставками все туго. Вы понимаете, для чего? А зачем люди тогда должны... Люди выполняют свою работу. Почему они должны дать негатив? Я считаю, это подачкой такой вот. Ну да, то есть кинули так. Хватит вам. России хватит вам. Да. Потому что реально, Дим, коллекция просто бомбовая. Все, я очень много читал в интернете информацию, все ждали эту коллекцию. Ее ждали, она красивая. Это единственная коллекция... Вот за все практически наше время существования канала, о которой люди разговаривали. Не просто по принципу, ладно. Была еще одна коллекция вот, от Леди Гаги, дизайнер вот этого. Да. Вот это вторая, о котором разговаривают. Ну, от Леди Гаги вся была представлена коллекция в полном объеме. Позор, Ки. А сейчас, позор. Да, ребят, честно, прям очень обидно, такой негатив. Столики... Придет всего 8 или 6 или 8 штук, придет в апреле. То есть, понимаете, даже на выставке нет. Я согласна, что их нет хотя бы, ну, допустим, они есть в Москве. Я бы хотя бы заказала там, но я даже посмотреть не могу. Татьяна имела в виду, вы сделаете выставку полноценной, но с возможностью в будущем заказать. Надо, дайте хотя бы потрогать, посмотреть. Ну да, надо мне, но мне или не надо. Да, привезите в каждую IKEA по одному экземпляру. Покажите. Для выставки, да, и все. И человек скажет, да, я буду ждать, мне понравилось. Да. В общем, коллекция на самом деле классная, задумка интересная. Но сейчас мы покажем то, что есть. И, кстати, кто первый раз попал в наш канал, мало ли, да, вдруг его где-то в рекомендованном выпало или в соцсетях нашли. А нас зовут Просин Татьяна и Дмитрий. Мы супружеская пара, которая ведем YouTube-канал про IKEA. На каком основании мы можем так резко, нагло и дерзко говорить? Друзья, мы занимаемся доставкой IKEA в наш город. Мы находимся в нашей службе доставки, действующей в городе Саранск, на Большевицкой, 85. Мы работаем уже почти 11 лет. И два раза в неделю наши машины, наши сотрудники гоняют в IKEA за товаром, потому что я прекрасно понимаю, что сейчас пойдет негатив даже на нас, как на службу доставки, хотя, извините, мы ни при чем, мы только перемещаем товар и доставляем его клиенту. Поэтому, кто в Саранске находится, welcome в наш офис, девочки подскажут, расскажут, и вы также можете воспользоваться, наши клиенты саранские могут воспользоваться бесплатной полноценной консультацией. От нас, да, потому что для всех остальных консультации платные, а те, кто покупает через нашу службу доставки, она вам в качестве бонуса. А мы знаем больше даже, чем сама IKEA. Честно, да. За столько лет работы плюс ведения канала опыт накопилось много. Так, давай показывать то, что есть. Я что-нибудь из этой коллекции все равно заберу сегодня. Так, смотрите. Орнаменты. Дизайнер у нас Паулин Макада. Смысл именно вышивка, нюансы, очень красивые такие тонкие моменты, чтобы можно было сочетать с другими коллекциями. Люди, вот это вообще не из этой коллекции. Убери самоту. На место, да, я сразу убью? Да. Где они должны лежать. Так, давай разбираться. Я бы, конечно, лучше там показала, но давай ты сделаешь вот здесь общее, а я там покажу уже попредметно, хорошо? Ну, там она в пакетике упаковки, поэтому давай лучше тут. Нет, по там возможности. Ну, хорошо, окей, договорились. Значит, смотри. Тарелка белая с оттенком. Вот, я говорю, все полностью. Я безумно люблю этот орнамент. Рисуночки Восток. В Румынии орнамент сделано. Восток. Да. И под мамин новый интерьер подходит. Я очень хотела ей стол подарить к новому ремонту в зал. Увы, подарок свекрови не состоялся. 27 сантиметров. Так, значит, у нас... Из кого тарелка-то? Кстати, одна из немногих киевских тарелок, которую можно использовать как блюдо, она с более такими плоскими краями. Каменная керамика. Дальше, друзья, поднос. Поднос, смотри, с какой гравировкой. 999 рублей. 45 сантиметров. Нержавеющая сталь. И прозрачный лак с оттенком. Такой легкий. Ну, как вот, и не тяжелый, и не легкий. Рисунок, смотри, какой.
чашечкой для кофе. Ценника, кстати, нет. Цветочки. Цветочки. Ну, тоже такой достойный, на ножках, то есть он не будет брямкать и греметь. Не царапайте, пожалуйста, да, этот предмет, прям если очень аккуратно. Так, это чашечки для кофе, не могу ничего сказать, они там, дальше будут, сейчас мы их покажем, то есть, ну, чтобы вы понимали, да, это, ну, подразумевается все-таки турецкий крепкий кофе, хотя вот сюда бы вообще шикарно вписались. Дим, помнишь, в Стамбуле наистекляли вот эти стаканчики пузатенькие? Да-да. Которые мы домой... Ну, из этих пузатых стаканчиков они пьют чай. Чай, да, а это кофейная чашка, вот она, 199 рублей на 90 миллилитров всего, Льюваре. Белый с оттенком. Кстати, с варданином будет неплохо сочетаться, потому что в цвет они более-менее похожи. Не захотите для кофе, можно как маленькие соуснички использовать. Хоть и мы и хамим, и такие, но в этом году она начинает нас радовать коллекциями Востока и Азии. Такими красивыми, да. Самобытными. Не то, что там какой-то дикий бирюзовый цвет, и радуйтесь, пожалуйста, чтобы вам дали. А вот этот год уже начинается такой с благородной такой вот этой тематикой. То есть уже непривычные такие киевские вещи. Опять похвалил. Вроде обосрали, опять похвалил. Ну, не можем по-другому. Мы по-честному просто. 149 рублей 21 сантиметр. Смотри, рисунок отличается. Вот здесь мелкий так такой. Так, я вот поднастрою рисунок, а то он... Сложно тут передать. Она вот... Она не рисована, а как будто этот... Как выдавленная. Да, выдавленная. Может быть, положить, чтобы свет не падал? Рельеф. Ну, ты... Отдай. Отдай. Я буду стараться это сделать максимально, чтобы передать текстуру. 149 рублей. Как голограмма. Вот с одной стороны смотришь на как будто рисунок, с другой стороны да, это... Да, очень похоже. Пойдем к стеллажам переместимся. Свечей вообще уже нет. Ой, как вкусно пахнет. Первый раз свечку, которая мне понравилась. Дима знает мое отношение к свечам. Я их обычно там мимо-мимо. Прямо это. Прилично. Очень хорошо. Цены нет. А запах какой? Нет? Посмотри на этикетки, пожалуйста. Вот где мне найти этикетку-то? Угу. Это вот чехол на подушку. Пониже вот за 599 рублей. Это вообще чехол на подушку. Угу. Плед, которого нету. А, еще, кстати, ценники от Декарер, ребят, убирайте. Фонарь для фурмовой свечи. Салфетка. Да, бывает у нас такое. О, я нашла ценник, я была бы не я. Агаровое дерево, светло-бежевый. Такой легкий, ванильный. Ну, вообще ненавязчивый. Да, ненавязчивый запах. Первый раз, то есть такие вот, не такая химоза. 129 рублей. То есть вот если по 69 рублей маленькие свечки со стандартным запахом, здесь Льювары 129 рублей. Так, дальше едем. Мисочка. То есть тарелка, большая тарелка и миска. Миска 169 рублей, 16 сантиметров. Рисунок, где мне пытаюсь передать, он точно такой же, как на большой тарелке. А видно. Видно? Да. А, дизайнеры все-таки, дизайнеры разные работали. Над металлической частью работала Nada Debs. Золотистого цвета металла, который в Ближнем Востоке символизирует благополучие. Вот такой вот подсвечник стоит 399 рублей, 8 сантиметров, высота, ширина 9, длина 10. Но можно любимое слово? Жиблый. Жиблый, честно, жиблый. Ну, как для дизайна пойдет, 400 рублей, ну, такое-то, аккуратненько. Ну, извините, ну, ты не будешь на нем фундамент нет держать. А вот этот вот подсвечник за 700 рублей, его можно даже для каких-то декор-целей использовать. Ну, вот единственное, конечно, что мне не очень нравится, смотри, вот неаккуратные места. А это из-за того, что тоненькое железо, поэтому да? Идет неравномерная, как бы, этот, формовка. Не формовка. Ну, и уже ножами, прессом уже выдавливают. Имейте в виду, то есть они немножечко такие могут быть косенькие. Так, а вот чашечки, я про них сказала, это сказала. Салфетки 199 рублей, 33 на 33, белые, 20 штук сцепили степлером, чтобы они не убежали. Самостоятельно. Да, с двух сторон одинаковый рисунок. А дальше подставка 6 штук по 499 рублей. Как такая ковка металлическая, безумно звонкие, алюминий. Ой-ой-ой, осторожнее, прям перегрузка по звуку идет. Вот они. А мне так нравится звенят классно. Не, хорошо, проделай дырочки и будет тебе звук ветра. Ну да. Сделать. Возвращаем.
ароматическая свечка Лювара, агаровое дерево, светло-бежевое. Тут все равно вандализм. Вандализм. Только они их не прицепили. Ну, конечно, термосопли приклеили, они думали, будет держаться. Куда-то она укатилась. А нет, вот она. 149 рублей. Это 199 рублей. Их надо на саморезы. Да, чтобы уж от души прицепились. 199 рублей, 30 штук. Это стандартная свечка икеевская. Да, в принципе, не только икеевская. Чем они хороши, они долго горят. И колбочка сама, ну, запаха нет постороннего. Так, еще подсвечник один, уже 10 сантиметров. То есть, вот давай они вот здесь, чтобы были. А тут их три размера. Да, три размера. 499 рублей. И еще из этой же линейки есть большой фонарь для формовой свечи. Стоит он 2000. Здесь он на магнитике. Смотри, крышечка защита от ветра, и сюда можно любую свечку поставить, можно длинную. Есть, кстати, ограничение по размеру свечки, ну, больше же не воткнешь под самую крышечку. Дай поближе. Нет, там ставлю. Эта крышечка другой функционал имеет. От ветра защищает? Нет. А для чего? Ну, чтоб не коптил. Кто знает, не ответьте, закапчу. Пожалуйста, покажи так, крышечку. Может, она тебе не так сильно было ярко заметно, вот эта штука. 2000. Как отражатель она не может идти, потому что она тяжелая. Ну да, скорее всего, другом. Чтобы не коптил, потому что здесь все цельно сваренное. 2000 такой фонарь, друзья, стоит. Размер у фонарика довольно-таки большой. А, максимальная свечка 15 сантиметров, больше нельзя. 32 сантиметра размер свечки. Теперь пойдем в чехольчики. Значит, чехол на подушку 299 рублей, 40 на 65, Паулин Макада. Дизайнер 40 на 65, 100% хлопок. Значит, она двухсторонняя, одинакового рисунка. Здесь у нас замочек. Замочек потайной, как я люблю. Все спрятали, хорошо спрятали. Хлопок приличного оттенка. Очень хорошо просто оживить к весне интерьер. Такой приятный цвет. Вот они, 40 на 65. И вот, который я показывала в руках, держала в самом начале. Вот это самый эффектный подушечка. Да, Ришелье бежевый. Очень красивая золотая вышивка. С другой стороны, чехольчик гладкий. Сделан у нас все это, друзья мои, в Индии. Вышивальная нить не из нейлона, а так он хлопковый. Размерчик 50 на 50. Обратная сторонка. И хлопок очень приятный. То есть такая вот, знаете, выделка, как под бархат, но при этом он хлопковый. Татьяна Павловна немножко информацию дала о том, что мы собираемся немножко обновить наш зал. Ну, это к тому моменту, когда у тебя выйдет ролик, уже это, уже обновим. И просто я думаю, вот эта подушечка не подойдет к нашему будущему дивану? Мне кажется, да. Смотри, вот эта штука мне очень понравилась. Я рекомендую всех, у кого есть дети, дети-подростки. Это очень удобные подушки, чтобы посидеть на полу, потупить в телевизор, посмотреть киношку. Согласен? Да. Плюс есть ручка. Соглашусь. Ну, конечно, если есть мастерица, можете сшить сами. Цена все-таки дороговата, стоит на 1600. Ого. Но мне безумно она понравилась. Ого. Она здесь хороший, толстый слой пенополиуретана. То есть такая прям полноценная сидуха. Я думал, подешевле будет чуть-чуть. Ого! Дима так сразу же считает, сколько надо всего купить. Ого! Ну, в принципе, все. У нас нет стола, у нас нет красивой подставки. Нет трехъярусного подноса. Ну, вот этой подставки трехъярусной. Да. Кстати, Нижний Новгород трехъярусного подноса и не будет. Вот этой подставки в три яруса золотой. А, плюс с крышечкой не миски. Красивые миски из вот этой серии с крышечками. Да, два вида, два размера. Да. Потом подушка еще одна. Тоже нет. Средние между вот похожие вот в таком. Только наоборот, оттенке. Это оттенки наоборот. Как бы тут да. Позитив, негатив. Как вот, поэтому, ребят, из хорошего большого обзора по линейке Льювары остался, извините, Гулькин нос. И, кстати, нам тут написали в каком-то обзоре, почему вот это не показали. Ребят, физически нету и взять негде. Поэтому вот, вот так. А, в общем, рассказывайте, кто уже что успел цап-царап, как применили дома и порадуйте других, что ли, что скажите, в каком магазине есть все. Ну и подводим мы итог сегодняшнего обзора. Кто посещал Икею? Поделитесь, у кого коллекция больше? В каком магазине все можно потрогать? Мы хоть доедем, посмотрим. Может быть, даже если это Москва, то мы планируем в середине марта, 13-14 марта, у нас конгресс по Siberian Wellness. В какой из Икеи в Москве коллекция представлена в большем полностью объеме? Вот, давайте рассказывать. И как обычно. Обзор, конечно, такой маленький получился, даже стрёмно выпускать. Ну ладно. Ну, так надо. Хоть что-то показали. А, друзья, стандартные манипуляции на Ютубе. Подписка, колокольчик, комментарии, не менее 4 слов и лайк.
Для вас мелочь, мне... для нас приятно. Да. Мои слова сказали. Да, 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 я тебя переврал. Я тебя уже это, процитировал. Списали меня уже на берег. Все, друзья, прощаемся. Мы побежали дальше. Очень надеюсь, что больше таких огорчений в ближайшее время не будет. И все-таки во всех магазинах будут полноценные коллекции, чтобы люди могли совершать покупки и радовать себя. Пока.